Рецепт приготовления бургеров на гриле из индейки, зеленого сыра, сыра, панировочных сухарей и горчицы. Нагреть гриль до высокой температуры, в небольшой миске, используя вилку, аккуратно перемешать мясо индейки с тертым сыром, зеленым луком, панировочными сухарями, горчицей и чесноком, приправить массу солью и перцем, сформировать 4 котлеты толщиной 2-5 см. Досмотришь инвидо и я предложу записать список ингредиентов. Ставим лайк и подписываемся. Вот из чего готовим блюдо. Мясо индейки 650 грамм, зеленых лука 4 штуки, панировочных сухарей 1/4 стакана, зубчик чеснока 1 штука, соль и молотый перец по вкусу, булочки для гамбургеров 4 штуки, количество порций 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Удачи!